Друзья, сейчас на эту сцену выйдет юная артистка. Каждое выступление, которое, каждое появление перед публикой, будь то в живом концертном общении или в телеэфире, неизменно воспринимается как маленькое чудо или чудо очень большое. Это обладатель множества наград на фестивалях и конкурсах, назову лишь несколько: «Звездный дождь», «Голос будущего», «Ступени мастерства», «Южная звезда», «Сокровище нации», международный телевизионный музыкальный конкурс «Донская волна» в городе Ростове, 11-летняя Вика Оганесян. И она, в принципе, это уже, как я понимаю, повод для бурных и продолжительных аплодисментов, само по себе упоминание этого имени, очень хорошо известного и вам, и нам. Но я должен сказать, что Вика Оганесян представит вам для начала один из шедевров, одно из сокровищ духовной музыки всех времен и всех народов — «Аве Марию» Джулио Качини. Поет Вика Оганесян. Дирижер Эдуард Дедюк.